Где взять аккорды? На каких сайтах? Что посоветовать? Расскажу путь, которым пользуюсь я. Возможно, он не всем понравится. Потому что правило номер один у меня всегда сначала попытаться подобрать самому. Независимо от сложности. Хоть простая песня, хоть сложная. Если за 5 минут не получается подобрать, за час не получается, за день не получается, все равно вот пытаться, пока не получится. Это у меня правило номер один. Очень полезно развивать слух, и это вещь, которая развивается не за один день, не за месяц, не за год. Это прям с годами прокачивается, и это прокачивать надо. И как раз вот я это начал делать во времена, когда еще не было интернета, когда мы на магнитофонах слушали, и это очень большая польза. Я это продолжаю делать, несмотря на то, что сайт это существует. Это правило номер один. Всегда пытаться на слух. Правило номер два. Даже если вы подобрали, даже если вы уверены, что идеально, нужно перепроверить, мало ли там что. И вот здесь я всегда делаю так. Я захожу на YouTube и пытаюсь найти видео с авторским исполнением этой песни. Сейчас очень много видео, огромное количество. И вот ту музыку, которую мы играем, поди мы там Бетховенов с Гайднами не играем. Все исполнители, которых мы любим, существовали во времена видеозаписи и практически на все. Вот у Цоя почти все песни есть, где он сам их играет, там у Сплина, у Летова, да у кого угодно. Видео можно найти. И там вот смотреть на YouTube, как он это делает. Да, понятно, что это не очень удобно. Там и камера может за километр из зрительного зала иногда снимать. И она там сидит, барабанщика показывает. Такой, блин, покажите гитарист, что там он делает-то, интересно знать. Но, тем не менее, это очень полезный опыт. Вот такая некая насмотренность, умение снимать с руки, видеть как. И плюс вы тем самым узнаете огромное количество фишек. Даже если вы аккорды подобрали правильно. Например, взять того же, допустим, группу «Аукцион». Там Леня Федоров играет соль минор, фа мажор, ре мажор. Вы подобрали с аудиозаписи, и все, идеально лежит. А смотрите авторское исполнение, у него вместо соль минор вот такая байда, вместо фа мажор вот такая, вместо ре вот такая. Летел и таял, не соберу, летел и таял. Или там Юрий Шевчук, например, «На небе вороны». «На небе вороны, под небом монахи». Вот у вас правильная гармония. Ну что делает Шевчук? «На небе вороны». Вот такое вот у него F, это у него фа мажор. Певали в громадине храма, была я невеста, прекрасная дама. У Саши Васильева вот это... Ля диез, си бемоль минор. Вместо вот это всегда почти. Почти во всех песнях, где аккорд встречается, он делает это так. И вот такие штуки, такие фишки авторские, они очень круто себе взять их в арсенал, их иметь, когда вы будете импровизировать, подбирать, или, может быть, даже сами сочинять музыку, или вдруг это где-то встретится в других песнях. Что-то еще хотел сказать. Короче, прикольно, смотрите на YouTube. А дальше уже, если не получается, то сайты, ну это всегда... А, вот, ну да, то есть на сайтах всегда может быть лажа, а автор-то косячно не сыграет. Автор-то точно знает, какие там аккорды. Лучше, чем любой каверщик, лучше, чем любой сайт. Все, всем успехов, пока.